Привет, друзья! Вот сегодня вам еще один барган привезла. Я вас, видите, немножко другой. Это в Сан-Хелен у нас барган. Это, я имею в виду, кабуцейл, друзья. Дешевый барган, это дешево. Но вы знаете, что-то, вот я сейчас прошлась уже, и что-то я так не сказала бы, что здесь дешево. Здесь намного все дороже, чем даже у нас в Теско. Вот сегодня будет еще в 2 часа дня в Теско. А сейчас вот здесь вот в Сан-Хелен. Я немножко покажу вам, конечно, что здесь продают, но вы знаете, меня что-то это все абсолютно не заинтересовало. Я говорю тихо, потому что вы знаете, вам-то просто сидеть, как говорится, на диване и никаких проблем. А я вот начинаю снимать, и меня начинают за руку брать. А почему я снимаю? Зачем я делаю видео? Что случилось? Вот иногда как-то даже мне уже и неприятно. Может быть, вы видели много раз уже, что меня останавливали, ловили. Вау. Ну ладно, мы об этом не будем. Поэтому я вот вам так немножко покажу. Ой, здесь. How much your glasses? Yeah, it is six. With this. And how much is this? Six. Six. Mm-hmm. One, two, three. I'll do them for 250. Uh-huh. Or 50p each. I see, okay. Thank you, love. Mm-hmm. Ну, в общем, это не такие уж очень стаканы симпатичные, скажем так. Но я просто спросила, сколько они стоят. Ну, наверное, та же самая цена, 50p. А вообще, друзья, вот всякой ерунды. Вот что хотите. Вот тут целая плантация. Вот, пожалуйста, цветы. Вот, очень много сегодня этих цветов на рассаду. Ну, красиво как. Вы знаете, вот что-то хожу, ничего я себе... Нет, я купила себе кошечку, друзья. Кошечку похоже, вот знаете, на этот, на лалик. Такое затуманенное стекло. Лалик или лилак, господи, я уже тоже не помню. Французская фирма, очень-очень такая дорогая. Но сейчас покажу вам собачку. Вот одна собачка под мышкой, видите? А вон другую в колясочке везут, видите? Это вот они так вот с ума сходят, эти англичане. Собачек вместо деток возят. В колясочках уже, как бы я вам говорила, да? Ой, а я что-то попала тут. Сплошная рассада. Вообще, конечно, это место такое получше, немножко поудобнее, потому что здесь вид такой, здесь ветерочком продувается. Хотя, не знаю, все везде одинаково. Но вот хочу сказать, что намного дороже. Вот я себе купила такой красивый, большой, с краником, знаете, этот бак. Ну, бак, не бак. Такое двухлитровая такая штука стеклянная с краником для своего гриба. Я гриб развожу. И я ее купила там за 2 фунта. Потом, когда я ее под мышкой несла и домой уже, меня несколько человек остановили и сказали, что сейчас за 5 с удовольствием купят. Вот. А здесь я пришла, уже нашла точно такой же, только грязный внутри. И уже 6 фунтов стоит. Вот, смотрите, что. Гитары, боже. Но эту гитару уже долго кто-то крутил. И не однажды.
И что-то как-то она не впечатляет никого, наверное, да? Ой, не знаю, друзья, вам нравится то, что я вам показываю или нет. Мне так вот что-то нет. Вот смотрите, 3 фунта ич, вот этот вот платочек. Да он уже давным-давно из моды вышел, и все с ним ясно. Но кто-то его же еще и купит, наверное. Вот так вот выглядит это все. Кто там мне писал в комментариях, что не может найти Bargains, то есть вот этот Kabut Sale в своем, на своем этом самом городе или в том районе, где живет. Я могу посоветовать, знаете что, купите местную газету, и там всегда в местной газете вы найдете объявление, где, когда проводятся вот эти вот Kabut Sale. По крайней мере, у нас здесь Candy Press на острове. И вот всегда есть информация, во сколько, где проводятся Kabut Sale. Потому что они же, я говорю, и в субботу проводятся, и в воскресенье дважды даже, и даже однажды в понедельник у нас. То есть их тут тьма тьмущая, и все равно народ, его любит это все. Все равно, а вот здесь вот эти женщины продают, вы знаете, я уже крутила. This show to my friends. Вот 1 фунт вот это все вот стоит, представляете? Но у нее уже, конечно, все расхватали. Я что-то посмотрела, покрутила, думаю, ну не знаю я. 1 фунт, конечно, а здесь вообще по 50, вот у нее 50 центов. 50 центов вот эти вот куклы. Вот эти вот тарелочки. Вот все по 50 центов. Вот видите. Вот бывает и так. Ну вот что-то как-то никто не набрасывается. Вообще эти куклы, конечно, тоже. Вот знаете, кто занимается, можно купить потом. Где-то в другом месте перепродать. Но это все очень долгий процесс. И в общем, конечно... Как говорится, овчинка выделки не стоит, если вы его будете вот так долго продавать, да еще, может, и не продадите. То есть овчинка выделки не стоит. Посмотрите, какой кабриолет, друзья. Шикарный. И там даже такая вот стик, палка, видите, с серебряным набалдашником. Если вам видно, это же супер, это джентльменский такой набор. Вот эти вот палки, это набалдашник чистое серебро. И, в общем, эта палка, она стоит довольно дорого. Но это я так, отступление. Это не продается, это просто люди приехали, привезли сюда что-то. Ой, даже не знаю, что еще вам показать, друзья. Что-то как-то, наверное, сегодня... Оки-доки. Хотя, вы знаете, вот он большой. Сегодня, хоть и жарко у нас. Это 9 часов утра, друзья. 9 часов утра. Вот. Такой Kabut Sale. А 2 часа еще будет Kabut Sale в Tesco, который я вас уже дважды водила. Но этот я вам почему показываю, потому что я здесь ни разу с вами не была. И, в общем, думаю, может быть, вас заинтересует, вот как это смотрится в другом месте, чтобы вы уже полностью поняли, что такое вот эти Kabut Sale и как это все тут происходит. Наши. Excuse me, lady. How much is that? This, I wanted £3. £3. My son's had it in their room, they can put toys and... Yeah, I know, so it's very nice, yeah. Very useful. Just hooks on it, one hook. Yeah. And okay. They love a dragon, so... Lovely dragons, yes. Thank you. 3 фунта. А вот такое зеркало, боже. How much is this frame? £3. Вот, lovely.
Ну вот такое вот, как я показала вам, рамочку с ракушечками кто-то сделал, но она там на цементе, по-моему, очень тяжелая. Это вот, понимаете, тоже странно, потому что я свои рамочки, конечно, они у меня с зеркалами, но я их продавала по 10 фунтов. А здесь она сколько сказала? 3 фунта. Так, ну вот еще вот тут край я вам покажу, друзья. И, наверное, буду заканчивать я. Нет, подождите, или я там была, или не была. Я уже что-то вся запуталась. Как больше только, больше чем 3 ряда, я уже начинаю путаться. Ну, в общем, все, друзья. По, наверное, одно и то же, так скажем, да? Я вам поближе показываю это все. Красоту неописуемую. 12, 2,50. Боже, боже. Боже, боже. Так, вот такие вот у нас тут развалы. А посмотрите опять, сколько собак. Боже мой, боже мой. Это вот люди приходят выгуливать этих мосек своих заодно. Вот уж собачья страна воистину Англия. Вот. Полюбуйтесь на всю эту мелкоту. А посмотрите, друзья, если вы обратили внимание, как выгорели все эти газоны. Видите, как трава выгорела, потому что жара у нас стоит и дождей нет. И вот я думаю, если бы и дальше дождей бы не было, все бы их газоны погибли. А вот когда начинаются дожди, вы знаете, она отживает, эта травка опять. И она опять зелененькая. Это, в общем-то, то, что я вам говорила, то, почему вот так вот все зелено, вся страна зеленая, все газоны зеленые. Потому что постоянно дожди идут. Ну вот сейчас еще вам тот край покажу, друзья. И, наверное, больше я уже тут ничего такого интересного. Да и вообще ничего интересного, конечно. Это я вам просто, вот смотрите, как все на машину развесили, разложили. Это все красоту. А вид вокруг великолепный, если вам видно. Я опять ничего не вижу на экране своей камеры, друзья, поэтому показываю вслепую примерно. Очень яркое солнце. У нас сегодня опять великолепный день впереди. Все мои друзья уже на пляже. И я уговаривала, поехали, съездим на Кабуцейл. Но что-то никто не захотел, кроме меня. Ну, а я уж решила, ладно, я все-таки съезжу. А зачем я поехала сюда, спросите меня, я не знаю. Ну, вот хотя бы даже для того, чтобы вам сделать вот такую вот съемочку. И как я уже сказала, друзья, не забывайте, пожалуйста, на моем канале смотреть рекламу. Не пропускайте рекламу, потому что это все идет бесплатно для вас. А если вы посмотрите рекламу, то она будет немножко капать мне какие-то центы. Вот поэтому уж, пожалуйста, рекламу смотрите. Вот я вот люблю все эти стекляшки. А вот, кстати, шторы, смотрите-ка. Шторы, но цвета какие-то. Это я вам говорила, что я ищу шторы, да? Сейчас посмотрю, какие тут размеры. Ну вот, я выключила камеру, потому что, вы понимаете, мне неудобно с камерой там смотреть. Сколько там сантиметров? Ну, сантиметров всего 2, то есть 1,2 метра. А мне надо минимум 2,20. Это раз. А во-вторых, ой, смотрите, какой дед с бородой. Бесподобняк. А мне надо минимум 2,20. Это раз. А во-вторых, они запросили 10 паунд. Но я говорю, что здесь вот очень дорогая. Как ни странно, вот это вот барахолка у нас, она очень дорогая. И вот этот вот столик, вот вы знаете, вот он, пожалуйста, вам. Вот 3 фунта он написал. I'm ready to take for 2. Yeah?
Слушайте, ну вот с дуру я купила этот столик, да? За 2 фунта. Ну, не знаю. Вообще, знаете что, надо опять начать заниматься тем, чем я занималась. Почему меня и тянет на эти кабуцелы? Потому что я же говорю, что я покупала здесь дешево зеркала. Вот такую вот мебель. Этот столик, он неплохой такой. Он чисто solid wood называется. Полностью из дерева. Никакой не прессованный. Вот. Его, значит, я ошкуриваю, я его привожу в порядок, раскрашу шабишик и продаю уже. Вот за 2 я купила, ну, я думаю, за 10, за 12 я его смогу продать. То есть какие-то вот такие вот по копейке, ё-моё. Если учесть, что еще я и краску, и столько сил приложу, то тут, как вы понимаете, профит равен совсем немного. Ну, я вам покажу. Знаете, все-таки покажу. Вот этот вот куб. Ну, 5 фунтов. Ну, куда это? Угу. Вот это вот все. Вся красота. Красота. Так, друзья. В общем, все. Я до самого угла дошла. Я все здесь обсмотрела. Пошла, забираю свой столик и еду. Сейчас я, как обычно, вам в конце покажу, что я сегодня купила. Так, ну вот, друзья, показываю вам. Вот я купила этот столик, видите? Он такой довольно-таки, видите, симпатичный. Здесь он, конечно, обшарпанный, видите, да? Но я думаю, что я его приведу в порядок. И вам потом покажу, как он у меня получился. И я купила вот эту кошечку, боже. Лалик. За паунд. Вот и все мои покупки на сегодня. Вы знаете, вроде бы как вот я приехала в 9 часов, а уже 11:30, и ничего не делала, только-только погуляла с вами, и все, побежала я на пляж. Всего вам доброго, удачи, ставьте лайк, смотрите, пожалуйста, мою рекламу. Все, всего вам доброго, пока-пока.